Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня я покажу вам школы номер 64 и 53. Через пару дней, 1 сентября, и дети пойдут в школу. Строители торопятся к открытию. Сразу хочу сказать главное. В предыдущей стране школы никогда так не выглядели. Они всегда были серыми. А сейчас красивый не только фасад, но и внутри капитальный ремонт. Наконец-то здесь появилась хорошая спортивная площадка и стадион. И раз мы уже здесь, друзья, посмотрим на школу 63. Эта школа скоро тоже обретет шикарный вид. Друзья, только что поговорил со строителями, и они сказали, что школа номер 63 в этом году точно не откроется. Там еще много работы. Идем к школе номер 53. А вот школа номер 64 уже открыта. И работы остались только на стадионе. Друзья, подходим к школе номер 53. На территории этой школы тоже приводят в порядок стадион. Школу уже восстановили полностью. Как снаружи, так и внутри капитальный ремонт. Шикарная школа. С левой стороны от школы во дворах делают, видимо, стадион. Здесь везде стройки. Добрый день, не подскажете, что это строят? Стадион, да? Баскетбольное поле? Здорово. Да, спасибо большое. Спасибо. Да, вижу, по-моему, есть. Спасибо. Везде стройки. Дома приводят в порядок вокруг. Это здорово, конечно. Паспорт объекта. Строительство спортивной площадки. Окончание работ 28 августа 2023 года. Вот так будет выглядеть эта спортивная площадка. Это 23-й микрорайон, друзья. Еще одна спортивная площадка. Класс. Я обошел школу номер 53 с другой стороны. Школа большая. Также хочу добавить, друзья, что школы и детские сады в городе Мариуполе всегда приводились в порядок раньше за счет учащихся и их родителей, конечно же. И все равно они всегда были серые. Внутри школы требовали ремонта, и никого это не волновало. Друзья, спустился чуть пониже, за школой номер 53 детский сад номер 21, «Радуга».
Смотрите, какой красивый детский сад. Конечно же, на территории еще много работы вокруг сада. С этой стороны это старая часть территории. Посмотрите сюда. А здесь уже новые павильоны появились. Вот так вот Россия отстраивает Мариуполь. Мариуполь будет процветать 100%. Как никогда прежде. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, это детский сад или здесь будет что-то другое? Это музыкальная школа. Только музыкальная школа будет? Или какие-то еще кружки, наверное, да, что-то? Что-то еще будет? Как и было раньше, все, я понял. Спасибо большое. Здорово, спасибо. Эта музыкальная школа находится справа от детского сада номер 21. Спортивные площадки на территории школы номер 53. Итак, друзья, это был видеообзор школ и детских садов города Мариуполя. И то, что я вижу, мне очень нравится. Надеюсь и вам. Всем мира и добра. Пока.